Здравствуйте, дорогие друзья, ВКонтакте в Одноклассниках. Сегодня 27.12.2019. До Нового года осталось 4 дня. Я начинаю снимать свой видеофильм номер 28. Петь просим. Мой видеофильм номер 28. Я сейчас иду по главному парку Южное Бутово. Сказали, где-то здесь 16 часов будет праздник. Я, возможно, засниму этот праздник. Хотя, вон, кто-то уже собирается в той части парка. Сейчас я вам покажу. Здесь парк. Попробую здесь парк вам показать. Ладно. Продолжаем просмотр. Вот там. Утечки. Вон там стреляют пикарды.
Ну, тоже надо будет. Наверное. Мой видеофильм номер 28. Первая часть. Сегодня в Ажарском парке. 4 часа вечера буду праздник. Я попробую его заснять. Давайте возьмем подключить. Так, продолжаем снимать, продолжаем. Там уже собирается. Вот там уже. Арку уже доделали красивую. Сцены еще пока нету. Но красивый арк уже доделали. Некрасивые лампочки. Дальше немножко не полили. А все. А, какой-то. Ладно. Подождем. Нет. Минут еще разгуляем по парку, когда уже услышим, когда уже услышим, подпишем. Ну и точно. Все новогодние. Так сейчас. Вон новогодние чайки ложат. Ой, не делай. Ягодки растут. Похоже на дикий шиповник. Или же по-другому боярышник. Да, похоже на боярышник. Ага. Нормально. Нет. По крайней мере, что-то. Можно что-то сделать. Надо еще. А тут нет. Нет. Новый год. И колбайся, Дед Мороз, он приготовил нам вопрос, на база желания сладкости, и получит мои интересы. Новый год, все пошарите, послушайте, новый год, не спасите, послушайте, новый год, не помогите, послушайте, все отказать, новый год, и всегда мы хотим. Ох, булочка не осталась, как кузырком. Уже выставляется блокнижком, но друзья не сойдут, и не предохладится, и даже на день не спрятаться, не вяжет, если будем дочку не вяжет, и если не яблоки. Ой,
Простите, я всегда понял. Можем помыть за бутами, и всегда смотрите за жизнь. Можем поставить за бутами, Хорошо, а сегодня праздник во сколько будет здесь? А? Вот сейчас 400 на тебе. 400? Всех наступающим Новым годом. Да, мой видеофильм. Номер 281 человек. Дальше это... Дальше. Батюшки, ваши ленты. Всем пока, всем пока. С вами Тишки. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. До встречи на следующем видеофильме. Номер 28. Вторая часть.